Всем доброе утро, друзья. С вами Джокер. Сегодня у нас суббота, это значит КВК, друзья. И я нахожусь во вражеском королевстве. КВК у нас с королевством 1181, король японец и довольно-таки сильный парниша. Имеет 58-й лорд. Сейчас я вам его покажу, и он ломает наш трон, друзья. Так, мое королевство 1604. Вот этот товарищ тут сидит. Крепкий. Очень крепкий игрок. Не знаю, сможет ли он забрать наш трон. Было бы, конечно, очень хорошо. Одну неделю всего лишь попраздновали наши враги. Ну и будет вообще идеально, если он его захватит. Сидит у него в троне 5600. Я вам не могу показать, у меня нет здесь отчетов. А вот здесь наш король. Ну, наши тоже как бы сильные, но у них нет таких процентов. Там сидят паладины и замоленные войска серьезные. Так что посмотрим, что будет. Вот они, кажется, пытаются что-то сделать с его катапультами, чтобы отбить и наносить ему урон. Но ничего не происходит. Королевство, ребят, нам досталось вообще разбитое, именно враг. Но очень, очень много как бы слабых замков, и они, ну, вообще не власти щитов, а вот он один воюет. Давайте я вам покажу обстановку королевства. Альянс сила рейтинг. Вот здесь такие два альянса по 5 миллионов, миллиардов. Есть 4 миллиарда. 4-4. Здесь, скорее всего, у них тоже война гражданская внутри. Ничего особо нет. Нас никто не атакует. Проснулся я поздно. В 3 часа я не мог проснуться. Поэтому просто зашел, сел в катапульты и сижу. Никаких на меня атак вообще не происходит. Даже разведок никто меня не трогает. Сел вот в трон. Завел здесь 4200. Здесь тоже 4200 сижу. Ребята мои зашли тоже. Сели, занимают катапульты. Я их укрепил. Ну и будем ждать. Надеюсь, будет что-то интересное. Повоюем. Ну а так пока очень скучно. Никаких атак. Ни сборов, ничего. Оповещение пришло. Я думал, на меня уже кто-то... Друзья, пока ставлю на паузу. Будет что-то интересное. Продолжу съемку. Наконец-то, друзья, хоть какое-то движение. И тут ребята прилетели, я им креп дал. Один игрок атаковал. Защита удалась. Вот такие здесь соперники. У нас Альянс Кок. Ну, в принципе, посильнее меня будет по кавалерии. По урону при нападении покрепче. Посмотрим, что посылал. Ух ты, грифончики-то вообще красивые, ребят. 80-75 гораздо сильнее меня по кавалерии. Просто намного. Пегасы у меня получше будут. Давайте глянем, что сделало мое подкрепление в этом бою. Сам не знаю, только что гляжу отчет вместе с вами. Крепил я его пехотой своей. Посмотрим. Воин пустоши. Немного убила она, потому что войск много в замке. Кавалерия даже что-то убивает. Ну вот так, будем потихоньку очки собирать. Надеюсь, еще кто-нибудь нападет. Разведки начались. Ну все, будем ждать. Итак, друзья, КВК продолжается. Ничего интересного нет. Я уже на четвертом месте по очкам. Сижу в катапультах, очки хорошо прям капают. Две катапульты я занимаю. Пока побеждаем, но, скорее всего, трон у нас заберут. Вот такие дела. Эти сундуки слабо берутся вообще скат. Зато вот эти растут. Можно за топ побороться, если весь день здесь проторчать. Не знаю, хватит ли у меня терпения. Но так, топ-2 есть вариант взять. Топ-1 по-любому не взять, так как там соперник, он сидит в четырех катапультах и трон держит с самого утра. Так что только на второе место максимум. Ну, будем смотреть. Надеюсь, меня кто-нибудь хотя бы ралли соберет, будет что-то интересное, чтобы вам показать в прямом эфире. Пока ничего кайфного. Давайте, ребят, пока на паузу. Итак, друзья, короля выбили с трона соперника. Отчетов у меня нет, так как это альянс врагов. Но по силе король нормально провалился.
360, где-то 50 лямов потерял. Нормально ему, короче, заехали. Я так понял, одно ралли всего было или два. Что я все пропустил. Я также сижу в катапультах. Никаких атак на меня. Ничего вообще не происходит. Скучненько. КВК, возможно, сейчас король поймет, что трон это не его, а выскочит, будет на нас атаковать, какие-то сборы делать. Попытаемся с ним повоевать. На данный момент очков у меня на третьем месте. 2-152. Ну и, возможно, такого КВК мы даже выиграем. Мы посмотрим. Эти сундуки еще долго собирают, друзья. Ладно, будем дальше воевать. Пытаться, точнее, воевать. Итак, друзья, КВК у нас продолжается. Ничего, короче, такого сверхинтересного там не было. На меня повесили они два ралли, стали их заполнять. И я, короче, вернул все войска сразу же, так как они катапульты сборили, царь их не еще какой-то там замок. Не стал я пробовать это, ну и правильно в итоге сделал, потому что я его проиграл. А они просборили ранее у нас. Сейчас я вам покажу, ребята, отчет. Защита прошла нормально. Так, вот защита у нас удалась. Также мы в ответ делали сбор на их замок. Вот, смотрим. Варбой, вот этот их игрок, самый сильный. Атака пехоты у него серьезная такая. Бонус здоровой пехоты. Базовая атака пехоты. Ну, ранее оборона тоже сильная очень. Спокойно она его держит. Вообще. Урон при обороне 195, снижение 191. У него нападение 247, друзья. И снижение 187. Все проценты выше 1000, ну довольно-таки мощный замок, так могу сказать. Атаковал на Джао Юне, с Годзиллой он. Паладины замолены отлично вообще, убивает тоже хорошо. Ну в принципе, все у него круто, грифоны тоже замолены. Ну и все войска в его сборе также хорошо убили. Давайте посмотрим, как отработали войска Райни. Меня, к сожалению, он не стал сборить. Я думал, что у ранней силы больше. И выглядит она у нее облики донатные. Я думал, что, блин, на меня будут сборить. Но в итоге на ранней. Здесь как по стандартам у нас. Красный дракон, Сельма. Куча Т-12 пехоты. Броня лезвия паладины. Паладины даже убивает 35к. 0 погибших. Отлично. Т-9. Ну, немножко убили. Вот Т-11 хорошо себя показывает, как всегда. Особенно против кавалерии. Т-10 кавалерия. Грифоны вообще 0 погибших. Но это у него навык сработал, как бы, друзья. Не навык, а этот. Ну да, навыки дракона орла сработали. Так что вообще эти войска, считайте, бесплатные вернулись. Пегасы убили, убивают у него хорошо вообще. У меня гораздо хуже пегасы работают. Возможно, у меня их мало. Или я не понимаю. Ребят, вот, кстати, реально, мне интересно, напишите мне тут, пожалуйста. У некоторых, вот, например, как у Фон, пегасы, вот, ну, убивают реально тысячами, как бы. А у меня даже, когда было пегасов по 4-5 миллионов, они вообще не убивали. Хотя у него молитвы то же самое. И у меня проценты нормальные на них, и базы, и шансы крита на них есть, и все есть. Лучники, ну, слабо замолены. Да, даже не слабо, на 30-ку уже, друзья. Но что-то все равно мало убивает. Так, давайте посмотрим мои подкрепления. Так, Равен, так, так, Джокер. Вот здесь я послал. Джао Юн 48-й. Ну, я что попало успел кинуть, потому что вообще торопился. Быстро ее сбором били. Здесь у меня грифоны. Грифоны, грифоны, Т-11. Ну, в принципе, и креп тоже хорошо отработал. Лучники, смотрите, как я их послал, даже они что-то смогли. Вот так. И дальше мы, друзья, в ответ сделали сбор на ихний замок. В нашем ралли. И проиграли, короче, жестко вообще. Ну, у нас ралли опять не полное, 300 всего. Хотя можем сделать 4,5-4,700. Просто людей нет. Проценты у Райни. Ну, все-таки все равно нормально для такого замка, как бы среднего.
Ну, этот замок довольно-таки крепкий, но здесь суть не в этом, что так мы проигрались сильно. Суть здесь в подкреплении, друзья. Подкрепление было от короля, и оно просто вынесло наш сбор. Тупо одно подкрепление убило все ралли, друзья. Это просто, блин, смотреть даже стрёмно на это, потому что, ну, нереально креп работает. Просто как подушка сыграли войска защитника, они ничего особо не убили. Ну вот Т-11 что-то сделали. Но так, по сути, он убил 600к только. 700. Ну и ловушки еще. А все остальное убили подкрепление. Вот такой вот креп здесь сидел. Реально жесткий креп. Сельма, паладины, грифоны. И пехотинцы Т-11, пикинёры. Ну и просто вынесло все ралли вообще. Посмотрите, сколько убил. 2 с лишним миллиона. И второе подкрепление. Еще 200к. Ну, короче, весь сбор убило подкрепление. Стрёмно. Стрёмно очень. Ну ладно, будем знать, что такое подкрепление от этого короля. Еще я сделал одну осаду, тоже неудачную. Бил я дуэлью. Вот такой вот замок. Кура. Переключился быстро на тележке, ударил ее, но не смог пробить. Но мне что понравилось, друзья, ловушек потеряно много. 28 тысяч с половиной. Как вы знаете, ловушки очень дорого стоят, так что я считаю, что это не поражение у меня. Ну такое, 50 на 50. Потому что такое количество ловушек я выстегнул. Просто 16 тысяч вот этих ловушек и этих 7. Нормально. Стрельница, кстати, контрится, если вы посылаете по одному пехотинцу с собой. Вот, например, я посылал раньше просто тележки, и стрельницы выносили еще там тысячи по 2-3 каждая. А если послать еще пехотинцев, каждого по одному, то стрельницы контрятся, они отрабатывают по ним и в итоге не наносят урон основным войскам. Урон при нападении никакой, у меня 125 пока что. Но это на дуэли. Ну, как-то так. Еще удачно здесь у меня прошло базовая атака. Так, где у меня? Базовая атака осадной орудий 13%. Так-то немало. Здоровье колесниц 327 все равно ни о чем. И бонус к атаке 735. Тоже очень мало в сравнении. Это я на бафах был. 50%. 55 атака. В сравнении с королем, с их, который атаковал. Где проценты тележки 1200. И моими это вообще просто отстал очень сильно от топовых замков. Вот такие, ребят, дела. По поводу очков, сундуки все себе взял. Ну и улетел в свое королевство мирно сидеть. Дальше нет как бы смысла что-то воевать. Может, еще вечерком постою, без считать что-нибудь. Может, кого-нибудь засборим. Но ничего такого сверхинтересного нету. Так как у них королевство мертвое. И воевать там не с кем. Ну, пока что мы проигрываем. Возможно, катапульты вечером займу у них еще. Вот набрал 4 миллиона очков. Но здесь почти 3 миллиона. Почти 4, точнее. Четвертое место. Такие дела. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте, что также у меня есть рубрика по поводу интересных отчетов. Посылайте отчеты. Будем разбираться вместе с нами. Вместе со мной. Ну и технику игры как-то будем познавать. Все-таки по поводу лучников, друзья, лучники реально хорошо работают, играют, убивают, но против кавалерии все-таки ничего не могут, особенно против грифонов. Очень слабо они себя показывают, особенно в сокровищнице, на арене лучники страдают. Ну и, как вы видели, в подкреплении, в принципе, эти войска неживучие. Возможно, если им поднять базу серьезную, сделать им там базу везде, накрутить, чудо все везде зарядить, тогда еще что-то будет. Ну а так, если вы играете на кавалерии, не надо делать ставку на лучников. На этом все. Всем пока.